Дорогие зрители города Москвы, к сожалению, вот прямо сейчас, буквально несколько часов назад, стало известно, что Москва входит в полукарантинное состояние, закрывает школы, учебные учреждения, а с завтрашнего дня запрещены все массовые мероприятия любой численности, а это означает, что театры города Москвы и антрепризы, которые играются в московских залах, будут ограничены пока до 10 апреля. Вот, собственно говоря, с этим не очень радостным сообщением я к вам выхожу. Прямо сейчас у меня состоится спектакль «Бестолочь» на площадке концертного зала «Москвич». Но это будет вот одно из последних представлений в городе Москве на данный момент. Не вообще последних, а последних, связанных с карантином. Вот сегодняшнее представление состоится, а следующее представление, которое намечено, мы надеемся, что после 10 апреля состоятся, и жизнь наша наладится, будем надеяться на лучшее, не станем отчаиваться никто. Спасибо, Светуля. Вот, но сообщить об этом вам хотела. Будьте внимательны, проверяйте, если у вас есть какие-то билеты на какие-то представления, на спектакли и прочее. Звоните в кассы. Наверняка будут происходить какие-то переносы или будут возвращены билеты. Не переживайте, в этом смысле все будет нормально, я уверена. Может быть, поначалу будет какой-то коллапс, когда все начнут сдавать билеты, но рано или поздно все будет в норме. Ну, а мы на какое-то время, значит, вот перейдем, вот люди нашей профессии перейдут таки на карантин в некотором смысле и не будут встречаться со зрителями, что, конечно, печально. Печально, но не отчаянно, я бы так сказала. Поэтому давайте отнесемся серьезно к происходящей ситуации, побережем друг друга, действительно не будем нарушать те правила, которые установлены в заботе о нас, и будем верить в лучшее, и что, наконец, когда придет весна, пробьется первая зеленая травка, и вместе с этим как-то по-особенному обновится и наша с вами жизнь, и мы по новой оценим возможности наших встреч, в том числе и в театре. Ну, а я пока буду гримироваться все-таки, потому что сегодняшний спектакль у меня состоится, по счастью. Вот, до новых встреч! Ну и абсолютно закономерно тут же в личные сообщения стали капать сообщения относительно того, что будет с гастролями. Я сделаю отдельный пост по этому поводу, потому что сейчас пока не очень ясно, как будет развиваться ситуация, будет ли Москва закрыта на вылеты и влеты, например, как именно планируется, будет ли это какой-то широкомасштабный карантин, или мы сможем, так сказать, иметь сообщения с другими городами, и как будет складываться ситуация в других городах. Единственный город, по поводу которого я уже, к сожалению, могу прямо сейчас констатировать, что гастроли не состоятся, это город Стокгольм в Швеции. Спектакль «Любовь и прочее вранье» должен был там гастролировать 25 марта, и эти гастроли не состоятся. Относительно всех остальных дат до 10 апреля я буду исправно сообщать и делать посты. Так что будем на связи. Вот. Пока.